Друзья, ну, если на джазовом фестивале обнаруживается джазовый скрипач, то есть какие-то сразу же поползновения, творческие мысли на то, что в программе джазового фестиваля должен зазвучать джипси-свинг, или как еще его называют, цыганский джаз, или еще третье название — джаз-мануш. Скрипач у нас сегодня есть. Более того, это выразительная, неповторимая скрипачка, обладающая, несмотря на свой молодой возраст, множественными регалиями, титулами и достоинствами. Помимо прекрасного внешнего вида, зовут эту скрипачку Дарья Эйлюшиц. Сегодня, кстати, с вами наша близкая Галя Цветовой. Договорились, вероятно. И сегодня у нас Даша выступит в роли Стефана Грабелли, который был одним из основателей этого фундаментального стиля европейской джазовой музыки. Ну, а вторым его основателем, или первым, а него, на самом деле, первым был Джанго Рейнхардт. Но сегодня в роли Джанго у нас выступает Валерий Сундарев. А прозвучит в исполнении этого импровизированного, замечу, ансамбля, потому что музыканты Дарья и Валерий присоединились к ансамблю «Эльбэнд», знаменитая тема Фрица Уоллера «Мистер Хевен». Но она будет прочтена как-то вот очень по-цыгански, сказали мне. Ну, словом, будут сюрпризы, так? Дарья и Эйлюшиц, встречайте. Thank you.
этого они от комитета фестиваля вручат вам диплом на память будущим годам, минуту настоящей и очень яркой жизни. Спасибо вам.